Ну что, снимаешь? Слепит. Что-то? Ну да. Ага. Не видно, темно. Друзья, всем привет. У нас очередная рыбалка. Приехали на одну реку. Это приток Печоры. Не на саму Печору не поехали. Хотя до последнего мы собирались именно на Печору. Хотели съездить куда-нибудь повыше, пониже, там поискать новые места. Но что-то как-то вот в последний момент решили съездить немножко на другую речку. Здесь мы были в прошлом году с Ромкой. Езей хорошо половили, на жерлице половили щучек. Сегодня мы без Ромки, Ромка не поехал. Отдыхает последние две недельки парень и в школу опять. Поэтому мы вдвоем доехали вот так вот уже поздно, темно у нас. Че, середина августа почти что. Дорога плохая, да? Да, ехали долго, колесо. Почти. Пробили, не пробили. Без камерки стоит. На ямку налетел, сдуло, пока поменяли на запаску. Да. В общем, опять не без приключений получилось. Вот, дорога была длинная. Сейчас пока ехали, дровишек с собой взяли по пути. Напилили, да? Потому что приехали с прицепом. Сразу накидали сейчас он по пути. Что. Места много, тут хватает вполне. Все. Лодка, мотор. На 4 дня приехали, рюкзачки с провизией. Цель у нас рыбалки, конечно, просто отдохнуть, ну, порыбачить щук на жерлице хотелось бы, потому что здесь неплохо попадалось. Ну, уже август месяц, скорее всего, здесь уже все обловлено. Ну, что-то, может, и осталось, посмотрим. А так, на спиннинг покидать езей, окуней, щучку, хариус здесь тоже есть. Сейчас я показывать не буду уже, речку, наверное, подрасцветет, да. Уже выплывать будем, тогда включимся, потому что сейчас что, темнота. Сейчас пойду за водичкой, попьем чайку, перекусим, отдохнем и уже будем к утру готовиться к рыбалке. Ну, как-то вот так вот. То есть у нас завтра, послезавтра 2 дня рыбалки и на 3-й день уже домой. Сегодня день дороги был. Да поздно собрались, выехали. Надо было раньше, конечно, собираться с утреца. Ну, как получилось. Целы? Бутылка на них стояла, на них, они все расплющились. Ну зато прохладненько было. Кишка эта бутылка была на них. Такая, как получится. Сейчас развернусь. Подожди. Да. Я не могу так быстро. Давай. Все? Не да не убежит никуда. Он не выйдет. Уже какой был харик, блядь, под кустом, да. Сейчас, блядь, кому харик стоит. Вон, вон, выскочил. Что? Окунь. Опа. А, смотри, какой пушара. Я выскочил, нифига. Вот. Дурачок, блин. Я думал, харю сначала. Вот. Пушки, вот, значит, кусок. А на сидерке-то есть под рыбу-то? Мы же 2 брали или 1? Ну вот, какая-то посуда есть. Все? Ну, не знаю. Кто брал? А подживцов? Посуду. Блин, подживцов не взяли мы. Канистру. Пока ладно, а потом я не знаю. Пакеты какие-то. Второй для живцов надо еще. Блин, я же... А, вон он, типа под ногой же лежит. Я же говорю, брали. Вторая. Вторая для живцов будет. Идет.
маленький попадут. Вон еще один хватает, выскакивает. Вот, значит, ну поменьше, поменьше, небольшой. О, взял. Опа. Какой красавец. Нет, таких-то можно ловить. Плески-то хорошие были. Таких-то можно. Даже крупнее, чем на Печоре. Ну, не крупнее, конечно, совсем, но неплохие. Ну, хороший пучок. О, бабочка ко мне села, смотри. Че там хочешь? И давай. Это носом там тыкает своим. В этот раз ездили за грибами. Столько этих бабочек. Это вообще ужасно. Красивая такая. Лети давай. Эй. На дороге просто кучами сидят, как саранча. Ну и как уже как это. А, вон полетело. Че, опять хочешь? Садись давай. Фортуна это фартит как. Опа, хариус. Ну, небольшой отпустим. Смотри, маленький. Отпускаю. Блин. Живи. Только я даже запрос не успел, он уже схватил. Живи, ты видел? Ты видел, что творит? Только вот так раз, и он раз, тюк. Ой, а, огурец. И окунь, и хариус, все в кучу тут. Фортуна, что, Ромкину удочку в этот раз взял. Ромка сказал, будет фартить. Ну, посмотрим. Ты, хариус? Нет, окунь хороший. Удочку согнул, блядь. Смотри, что творит, на сволочь. Видишь, как? Заглотил, смотри, как он заглотил. Он полностью съел. Вот он, бляха, и плескался, видимо, на. Да я же говорю, ты говоришь. Ну-ка, снимаешь, да? Снимаешь. Ну-ка. Покажи его во всей красе. Хороший экземплярчик, да. Неплохой. Кушки, говорю, больше, чем на Печоре, да. Блин. Как Ромка вот ловил. Ну что, таких между же. Прочим, интересно даже рыбачить его. Не то, что на Печоре, наверное. Мелюзга там. Ну, что это какая-то фигня. Тут вон какой крупняк ловится, да? Да. И на удочку, и на спиннинг. Это потому, что Ромкина фортуна. Блин, фортуна сложилась. Ромка зря не поехал. Ромка же сказал, возьмешь фортуну, будет тут фортуна. Видишь как? Сейчас посмотрим в удочку, коряшку. Фортуна запуталась вон. Заплатил-то хорошо, как фигать. Дергается. Потянула. О! Кушал. Нет, привет. Я думал. Ну нет, такого кушка мы возьмем. Не на живца, съедим. Ну, плотвичка. На живца-то. У тебя точно плотва повела, видишь как? Потащила кто-то. Нет, окунь. Потащила. Потащила окуня. А, кусок. Ну, этот на пиво пойдет, на что. Смотри, заглотил как. Засранец такой, блядь. Большой, заглотил полностью, нафиг. Голодный. Есть хочет, видишь как. О, что-то потянуло. Кусок. Ничего себе. Это покрупно. Ты смотри, что делает. Ух ты. Кусок хороший, смотри-ка, нормальный кусок. О, какой лещера. Смотри, а не зря, блин, зацепился. Не зря добирались, что ли? Хоть и кошков потягаем, таких, ну, хорошеньких. Да, что, интересно. Крупненькие. То сорожка, да, то плотичка, то окунь. А что их потаскать, если клюют? Так они еще и крупненькие. Да. Ладно, маленькие, это хорошие кушки. Блесну, главное, не постоянно. Вот, что-то клюет у тебя. Я видел, смотри. Я видел, что клевать начал. О, тоже хороший кушок. Ну такой пойдет. Пойдет, нормальный. Стоит на глубине. О. Смотри, что-то там. О, щелетка. Это живец. Это щука будущая. Да. Ой, как раз. Красотулька какая. Тихо. Ты не сюда. Ты куда ты побежал-то? Не. Ты к щуке пойдешь. Глубину. Смотри, что делать. Видал? Глубину добавил. И сразу что пошло. Да. Вот это вот все. Вот это. Глубина.
Конечно. Вот заливчики, там тоже вот нам такие не нужны. Вот два это. Вот здесь из-за этого цов. Щука и должна. Вот надо поставить тут, мне кажется, это. Можно? Вот сюда, жерлицу. В этот залив. Должна щучка быть. Я удочку сейчас оторвет. Кто там? Он еще и следом один. Видел? Еще один следом за этим бежал. Че, не одурели, что ли? Смотри, кушки такие же, как на печере ловили. Видишь, че? Вылезет сейчас. Под кустиками вот тут стоит. Вот там вот за кустами еще... Видишь, тр-тр-тр-тр-тр-тр. А что-то есть, да, что-то попалось. Да. Хороший кушок, смотри, нормальный. Давай я буду снимать, ты лови. Нифига он заглотый. Смотри, они походу жор у них идет. Я тебе говорю, что заглотывают вообще, бляха. Во как он хватает, смотрите. Открой рот. Вон там крючочек заглотил. Фена. Ничего себе. Заглот берет, это хорошо, это он, это значит он берет. Тихо. А, жор идет. Полка. Причем время-то сейчас сколько? 8 наверное, утра. До 9-то он по-любому должен клевать его. До 9 часов. А там уже днем уже похоже будет. Крупнее клюнет. Шука. Шука большая, все большая. Так, ну что, выставили 5 жерлиц, поставили. Все, которые у нас были, живчики выставили. Опять поплыли к этому месту. Сейчас половим здесь. Окушки есть хорошие, клевали. Не знаю, будет, не будет клевать. Они где-то как раз под нами немножко не так припарковались. И потом ходом вот так пойдем здесь по берегу. Покидаем и ближе к берегу, чтобы выйти. Потом уже что-нибудь покушать, сварим, наверное. Близко, да? К берегу немножко. Я говорю, прибилось. Ну чуть-чуть. Посмотрим сейчас, может туда забросить. Мелочь чуть-чуть подальше. Посмотрим. Да? Не, это уже неинтересно становится, эта селедка ловить. Куда нам ее? Солить не надо. Солить не надо. Фортуна фартит. О, тебя, видишь, как потащил. Вниз увело, блядь, а ни хрена нету. Вообще непонятно, блядь, что там было. Ну видишь, тр-тр-тр-тр-тр. Вообще, он хоть лови ее, залови что-то ты. Вот видишь, понятно. Ах ты, блин. Тр-тр-тр, смотри, там рыба, такое ощущение, что километр стоит. Ну, у меня что-то вот такая вот селедка берет. Вот, вот, опять вот, опять хороший, смотри, да? А что у меня такая фигня? Смотри, какой куняра, да? Расшиперился, он видно. Что у меня там мелочь клюет? Вытягивай давай его. Что ты его там полощешь? Удочка такая. Такой. Не хочет вытягивать нас. Чисти, тебе там клюют лапти какие. Блин, хорошая куня, конечно. Жирненькие. Че это? Ромку сюда, наверное. Ромка прозевал. Сейчас бы, да, Ромка тут подергал бы сейчас. А кто знал, как всегда. Ромка тут покидал бы, бляха, удовольствие было такое. У меня что-то дергает и не ловится нифига. Каких-то кусков он тут порыбачил, бляха. Смотри, захотел, нормально не берет на заглот. Глубина маленькая, побольше глубину поставь. Творит, зараза, блядь. Хороший, да, да, смотри. Смотри, что творит, сволочь. А видно, уходит какой. Вот ты смотри, сволочь, не могу поднять с воды даже, а? Такой, а? Окунь, окунь, окунь хороший. Смотри, какой горбач. Что нету, смотри, какой широкий. Чуть-чуть подними ее еще повыше. Ух ты. Чисти какой. Или поднял с воды его, блядь. Куняра, блин. Смотри, блесну вот не берет, стоит. Смотри, хороший, смотри какой. Смотри, какая лошадь. Ты не... поднял его, почему смотри, ты не берешь блесну? Горбач какой, горб какой, да? Ну-ка, подними спинку. Ах ты, блин, какой. Ах ты, колючка. Ну-ка, спинку подними. Так вот, так вот. Красавец был. Нормальный такой кушора. Нормально.
слабо так цеплялся, главное, держался. Ну, тихо, иди к канистру. Блесну кидаю, не хочет. Он какого-то червя недоеденного ест. Ну там плещется, вижу пузыри спереди, еще ниже. Что там еще есть? Блин, перекрутилось. Да червяк-то, видишь, какой же, одна шкура осталась червяка. Червяка-то нет, во. Ну да. И на эту фигню клюет, значит. Значит, жор идет уже. Есть, а ну-ка, хорошо берет он. Заглатывает уж, как это, бешеный. Ну, кушок все-таки на блесенку взял. На беленькую поставил, видишь. Снимал от куска. Да, снимал он такого. Надо же. Что зацепился-то слабо. Короче, окуневая рыбалка, щуки вообще нету. Пока жариться не хотит брать. Блесну не хотит. Наверное, есть. Скорее всего. Не, он плескался вроде как есть, похоже. Широкий. Да. Есть. Иди сюда. Вот какой. Вот он, наверное, плесканулся там. Есть, плавится. Ну че, сиди к окуням давай, дружи. Вот он, видишь, плескался здесь, он. Ух ты! Ну тоже ясь, видел? Смотри, сейчас надо попробую закинуть, он сразу и хапнет. Если докину. Докину. О, как раз туда. О, есть. Ударил еще. Еще взял. Изи. И пофиг ему, вечер, день, утро. Да. Эти изятины. Истребители, блин. Все рыбы. И сюда. Ой, блин. Костлявый, да? Только автоклав вам в помощь. Я возьму автоклав, все равно вас закину туда. Понял? Куда вас еще, кроме? Какой он живые, какие они. Хвостом он машет с канистры. Конечно, нельзя интересно ловить, но много его не надо. Если тушенку делать с него нормальный концерт. Ну да. Че, он хорошая о, рыба. Такая. Еще раз берет, еще раз берет, еще раз берет. Еще раз. Еще раз. Ну и долбит. И нифига не хватает. Три раза подряд. Дын, 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 дын. Ну а там стоят стая, походу. Опять изи. Ну, да? Да, вот здесь Ромкой ловили. Отсюда, потом вот туда выше поднялись они. Изи еще. Ой, покрупней, что ли. Ромка оторвался бы сейчас. Иди сюда, консерва. Будущее. И сюда. Опа. Ну, лещи, блин. Нормальный. Нормальный такой. Грамм 400 где-то. Тихо. Хороший. Сиди там. Килограммовиков что-то нету, да? Может они ночью пасутся, килограммовики. Да щуки вот нету вообще. Вообще нет, ни одной еще ни разу не было поклевки. Сейчас проверим, если жилец тихо, значит щука не зашла. Либо мало, либо выловили всю ее. О, вон щука.
щуренок. Ой, я прям видел, как она выскочила. Правее было, да? Да. Щипачок. Прыгает, иди сюда. Только сказал, щучки, говорю, нет, и вот она. Ну это, конечно, да. Не щучка даже. Не до щучка. Крупная где-то есть, стоит. Встала, стоит. Может и есть, хрен его знает. Траве где-то. Она прям в самой, да, видел, как с травы выскочила. В теньке вот стояла в траве. Сейчас думаю, что за тень такая? А это была щучка. Ну, что-то взяла. О, окунь, окунь. Что покрупнее поставил сразу. Опа. Нормальный, все хороший кусок. Еле-еле цепь снижался. Резок. Резок, чтобы не сломался. Да. Ломается. Да нет, тоже. Это шустрый просто. Опа. Нормальный. Его. Его. Его, пожалуй, мы съедим. Спел пока. Иди сюда. Смотри, какой, да? Выглядывает еще. Смотрит. Ну что, стоят здесь? Да? О, ничего себе, червяк. А нет, я думал, червяк сосали что-то. Я бы там килограммовика чикаешь. Ну, да. Грамм, наверное, 400 точно есть. Вот он улов. Сегодня утренний дневной. Еще канистры. Ну, полканистры где-то поймали, наверное. Угу. Килограммов 5. 5-6. Из них, конечно, изи попались. Как же без изя? Без изя это не рыбалка. Сейчас рыба, блин, мошкарь появилась. Ужас, как же ночью было хорошо. Сейчас рыбу чистим и идем что-нибудь сварим. Сварим. Сварим покушать. Супик. Наверное, да, ребешетки что-нибудь сделаем. Похлебаем, отдохнем и вечером выплывем. Что-то жерлицы молчат. Проплыли обратно. Все пока на месте. Никаких поклевок не было. То ли щуки нет, то ли пока не ходит. Будем ждать. Может вечером пойдет. Погуляет, покормится. Он плещется. Тоже на середине, видишь, он. Уже как харис похоже. Вечером будет начнет клевать.